говорили о том, что наше инфопространство вообще жестко летит, да? По крайней мере, для нас. Для кого-то. Вот произошел выход альбома и тут же клип. Сразу здесь же, да? А для нас время, прошедшее с выхода альбома, кажется там нереальной вечностью, с учетом количества релизов, которые мы разбираем, и вообще уровня того, что мы постоянно находимся в музыке. Каждый день, да, почти 6 дней в неделю мы находимся здесь, постоянно все разбираем, постоянно смотрим, для нас уже столько всего произошло. И тем не менее, мы очень рады видеть, вы писали, спрашивали, ждали. Что нам предлагает Бушидо Жо? Романтик и вандал. Клип 24-го года. Отлично. Здесь уже даже можно посмотреть, что это продолжение визуала, так или иначе. Истинный фрешмен, это точно. О, что-то старенькое. Да-да. Вот. Ну, это уже 10 дней назад вышло. Это даже, если бы это было супер новое, и это вышло 10 дней назад, для нас это уже типа там, это 10-дневный баян. Вот. Но на самом деле шутка, конечно. Очень хочется забрать этот клип. Очень хочется видеть, чтобы он был качественный. Очень хочется пополнять, так сказать, нашу копилку даже номинаций крутыми клипами. Приятно, когда ребята визуализируют свои вещи, подсвечивают их, дают их прочувствовать лучше с визуалом, дают их отработать, дают нам погрузиться лучше, да, то есть чтобы они дополняли это какой-то историей, которая нам поможет лучше прочувствовать конкретный трек. Я думаю, что да. Погнали, друзья, погнали. Смотрим, 10 дней назад тоже вечность. Я что и говорю, бро, 100% вообще. Let's go! Бушидо Жо, романтик и вандал, клипец, let's go. В принципе своем ты один из тех, кто своих родных родителей отдаст дом престарелых сразу же, как это будет возможно. По какой причине я должен верить, что ты будешь верен мне? А? Сука. Сука, сука. В душу смотрит. Ай. Я делал для улиц, теперь делаю для сердца. У меня есть деньги, у меня есть деньги. Я делал для улиц, не пытаясь быть известным. Мне не нужен фейм, мне не нужен фейм. Я делал для улицы, теперь живу красиво. Я мужчина, я должен кормить семью, парень. Я делал для улиц, они помнят мое имя. Стой, они помнят имена. Я забрал малышку, она в меня влюблена. Стоящий мужчина, умножаю капитал. Раскрасил ее губы и романтики вандал. 15 тысяч долларов в сумке от Ботега. Купил ее специально рассказать об этом треке. Вы пиздец кринжовые, вы до сих пор на мефе. 2019 я читал о своем свеге. Look at me. Парень, ты не крут, прости. Ну че, фишка, да? MC с медовыми куплетами. Это ниже, чем нули. Продадутся за рубли. Это полный анти-свэк. Называю их low-skill gang. Ай. Сука, 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 сука. Я делал для улиц, теперь делаю для сердца. Бум, 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 бум. Я делал для улиц, не пытаясь быть известным. Бап, 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 бап. Я делал для улиц, и теперь живу красиво. Ба, 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 ба. Я делал для улиц, они помнят мое имя. Бап, бап, бап. Скучная картинка, не, я не согласен. Вот эти вот, эта круглая белая тема, да, вот, смена постоянно. Не-не, динамика отлично. Вот переход, допустим, да, вот этот. Вообще. Вообще. Вот такие фишки. Не-не-не. Знаете, на что похоже? Как будто бы вот ребята, да, которые, так сказать, забрали уличный жанр в 23-м году под себя, части 52, да, как будто 52 делают на чуть другую музыку и такой добавляют более сложного, чуть-чуть более сложного соуса, да, в свой стиль. И получается вот это. То есть Бушидо Жо это такое, короче... Отчасти с точки зрения звука, с точки зрения музыки и стиля, 52 на максималках. Типа такой темы. Клип очень подходит. Слишком мрачно. Нет. Ай. Я делал для улиц, теперь делаю для сердца. У меня есть деньги, у
меня есть деньги. Я делал для улиц, не пытаюсь быть известным. Мне не нужен фейм, мне не нужен фейм. Я делал для улицы, теперь живу красиво. Я мужчина, я должен кормить семью, парень. Я делал для улиц, они помнят мое имя. Стой. Они помнят имена. Я забрал малышку, она в меня влюблена. Стоящий мужчина, умножаю капитал. Раскрасил ее губы. Не знаю, динамика как будто в порядке. Да ну не максималка, скучно пиздец. Мне так не кажется. Понимаешь, что я имею в виду в максималке? Я ни в коем случае не хочу сказать, что там лучше он делает, чем... Они по-разному делают. По-разному. Но с точки зрения инструментала, с точки зрения атмосферы, да? Романтики Ван Дау. 15 тысяч долларов в сумке от Батега. Купил ее специально рассказать об этом треке. Вы пиздец кринжовые, вы до сих пор на мефе. 2019 я читал о своем свеге. Look at me. Парень, ты не крут, прости. Все вот эти gold MC с медовыми куплетами. Это ниже, чем нули. Продадутся за рубли. Это полный антисвэк. Называю их low skill gang. Ай, сука, сука, сука. Я делал для улиц, теперь делаю для сердца. Не цепляет трек из-за простоты. Да, что скажете? Сама музыка скучная, ровненько. Но вот он старается разбавлять, да. Норм, норм, норм. Клип раскрывает тему. Да, сказать, что мне этот трек прям супер-пупер нравится, ну, норм. Правда, норм. Клип раскрывает историю, на мой взгляд. Он делает ее все-таки, да, более уличной. Он делает ее более уличной, более пацанской. Мрачный вот этот свэк и интруха его. Как будто, ну, типа то, что надо, да. Харизма не заходит. Скучный, медленный. Никак не цепляет, скучно. Не кайфуете, да? Слишком ровно считаете? Не, я про клип. Мы же сейчас, типа, клип, да, должны номинировать. Имя. Стой. Они помнят имена. Я забрал малышку, она в меня влюблена. Стоящий мужчина, умножаю капитал. Раскрасил ее губы и романтики Ван Дау. 15 тысяч долларов в сумке от Батега. Купил ее специально. Блин, это полный... Клип круче трека. Ну вот возможно. Мне тоже так кажется. Короче, это неплохая история. Жак идет крутой, но эти пацанские вайбы не рисуются с ними. Окей. Это просто нормальный видеоряд, ноль красоты. Хорошо. Если забираем в номинацию этот клип, плюс ставьте. Если нет, ставьте минус. Окей. Ебать, вы страшные. Хорошо. В клипе нет идеи, просто плюс-минус неплохие переходы и съемка. Как клип к треку, это норм, но трек, видимо, не заходит. Я тоже так думаю. Слава в номинацию. Да, слава, предыдущий трек, слава КПСС, клип имеется в виду, попал. Затопили жестко. Бля, не говори, бро, ну прям страшно. Ну ладно, хорошо, потому что как бы вы в любом случае голосовать будете. Вы в любом случае голосуете. Те, кто присутствует на разборах, наиболее активная аудитория, поэтому вы точно будете на премии. И, соответственно, если вы здесь его не хотите видеть, то там ваше мнение, знаете, как будто более важно, чем мнение там только тех, кто там иногда залетает, или там по зову артистов, или еще чего-то. То есть то комьюнити, которое занимается постоянными разборами и постоянно в теме, это вот и есть, так сказать, сообщество риса за творчество, да. Выбор сообщества риса за творчество. Поэтому то, что на трансляциях происходит, оно так или иначе отражается на общих результатах. Хорошо. Хорошо. Я вас понял, я вас услышал. Не берем. Да. Спасибо. Спасибо за работу, на самом деле. Весьма неплохо. Весьма неплохо. Сказать, что это какой-то супер вау или что-то интересное, не могу. Есть интересные моменты с переходами. Вот эта тема красивая. Здесь, да, вот это поперло. Хорошо. Интересное зерно. Хорошая мрачная история, да. Не знаю, мрачность, она вот настолько ли мрачная? Единственный вопрос у меня, да. Настолько ли мрачная песня, чтобы вот нам вот в таких тонах все подавать, да. Вот прям вот жестко темное все. Вот тут у нас прям вот...
у нас вот настолько оно, да, вот как бы... Вот так вот, прям вот, вот, вот прям так все. Сейчас. Хэдшот, MVP, напитель оркестр здесь и сиди. 19:45 на Берлин, позже стак, 6:03. Мастеркард, BTC, иди вперед, даже когда нету сил. Андеграунд русит, тут богатыри и осилки. Твои девочки сюда досилки. Мои парни как газоны косилки. Скам, скам, VPN синки. Или блядачо. Парсы пули летят в затылки. На теле рисунки как калаш. Белый будто бы криминель калаш. Рубль, евро, УСД. Волга, мать, тут ВНГ. Эти парни маска как ФСБ. Токстэш, империя. Воздушная сила, два партия, как артиллерия. Алло, бэби, это дринак. Когда Жоса показывает, он мягко повествует. Короче, смотрите, динамика. Вот я считаю, динамика здесь четкая. В моментах, в переходах, когда Жоса показывает. А вот именно мрачность картинки, не знаю. По динамике дрил, конечно, давайте. СБУ 5, конечно, побыстрее, 100%. Иногда подходит более-менее вот в этих местах, да. Вот чуть-чуть вот здесь, да, тут, конечно, такая дворовая динамика чуть побыстрее, вот это, вот это, вот это вот все как бы ок, да, но вот тут, когда он начал зачитывать, тут чуть помедленнее, здесь тоже нормально было там перебежки камер, но темнота и мрачность, не знаю. В общем, вот, спасибо большое, в любом случае, было интересно ознакомиться, респект.